Чтобы не получилось так, что мы сейчас такие готовим, общаемся, потом раз на время, а уже 5 минут пиво. Ну так это же бывает, да. Это результат вашего, дорогие друзья, напряженного труда. В такое непростое время, как сейчас, очень важен настрой на созидание. 10! С Новым годом! Главное, дерево не сгорело. А я уже потом. А, ага. Это бракованная часть. Ну и по традиции у нас банька. Только не перед Новым годом, а после. Каждый год. 1 января мы ходим в баню. И вот здесь у нас стройка. Ну что, вот такой прицеп построил Денис. Люда ему помогала, ну, чем могла, как говорится. Построен он буквально вот месяца полтора-два в гараже без отопления. Здесь довольно-таки прохладно. И ничего, то есть любой из вас, если захочет, может что-то построить. Главное желание. У Дениса получилось просто шикарно. Здесь еще потом будет, конечно, дверь. Пока это быстро, вот на скорую руку было построено, потому что они собирались в зимнюю поездку. Но планы немножко изменились. Но когда уже будет все финально закончено, мы обязательно приедем, снимем полный обзор, покажем, как это уже выглядит, как говорится, в финале с отделочкой, все как будет шикарно. Но сейчас он мне напоминает, вот знаете, в Австралии есть прицепы груберы, вот чем-то похож.
огромный. Потому что вот в этой части у нас ящик, потом спальный модуль и потом кухня. Вот такого нету ни у кого. Потому что ну, у всех там рундучки какие-то, у них именно багажник. А потом еще будет рундук. Поэтому места будет вообще много. Сделаны крылья, да? Крылья стоят по 3,5 тысячи рублей. Зато на них можно наступать. То есть если нужно почистить солнечные панели, то сюда можно наступить, сюда можно наступить и сюда. То есть вот как бы это пластик. Ну вот потом будет вторая дверь. Сейчас уже одна есть. Она немножко будет переделана. Здесь будут другие окошки. Потому что вот эти форточки все-таки ребята посчитали, что не особо удобные. То есть будут караванерские какие-то кемперские окошки. Ну, я же повторюсь, да, в финале, когда все будет готово, мы это все покажем и снимем. Ребята, Новый год мы встретили, и вот наступили наши долгожданные январские праздники, выходные, в которые мы хотели очень сильно поехать куда-то отдохнуть, рвануть какое-нибудь путешествие, найти приключения себе на задницу, как мы любим. Но, к сожалению, так сложились обстоятельства, и у нас не получилось, и поэтому мы сейчас делаем небольшой выезд у нас по месту с нашими друзьями Денисом и Людой. Они тоже проходят испытания своего нового автодомика. Да, они едут с прицепом с новым, хотят посмотреть, как вообще он ведет себя на дороге, как они там переночуют. Ну и также мы проверим свой автодом, не будет ли у нас тут течь, и вообще как сработает наша печка. В общем, сейчас вам все покажем. Накопал под колесо. Тут ему весь путь надо перекопать. Вызывайте трактор. Да, вон. Нет, вперед. Вот, оказывается, чего не хватало. Куда? Нужно было просто сразу толкнуть. Я куплю, приехал. Сейчас все сделаем. Заюнь, да, я почищу нормально.
Ну, как всегда, я все почистила, а Миша схватил лопату и решил немножко сделать вид. А вообще чистила я. Договорились мы с одними блогерами выехать в 12 дня. 8 ночи. Не ври, 8 еще нету, было бы уже темно. Половина, да? Здесь белые ночи просто. Ну, сейчас нагреем посильнее, если будет горячее, то сыр... Горячее сыр не бывает. Да. Ты там смотрите, какие у меня сапожки. Мы ж не подготовленные. Рыбаки возят с собой вот такие сапоги. Вот согрели меня. Вообще бомба. Нужно обязательно подобные прикупить. На Новый год наготовили до хрена, но это Людина инициатива. Я думала, ну скромненько посидим там, ну чтоб лишнее не наготавливать. Два салата. В итоге было 25 салатов. Ну и сейчас у нас тоже будет что-то подобное. Да, потому что те салаты мы уже съели. Вот, ну чисто Кристина. Потому что Люда давала мне даже сало с собой, и Кристина его все равно съела. А я голодаю. Ну, как там, просили подмигнуть? Спасите, помогите. Ну да ладно. Спать мы сегодня будем в автодоме. В автодоме. В автодоме будет хорошо. Еще, возможно, печка у нас не запустится, и в автодоме будет замечательно. Вы для этого нас с собой взяли? Ну мы-то продуманные, мы взяли с собой друзей, у которых стоит автономка в автобусе и в прицепе. Они будут спать в прицепе, ну а мы, если что, тихонечко откроем автобус и переберемся туда. Тем более, спальное место там подготовлено. В крайнем случае, уже разложено. Есть еще палатка и дополнительная автономка. Да, если что, мы можем автономку себе взять. Ну просто у них же, наверное, комфортнее там в бусе. Сейчас покажу вам нашу курочку. Был бы Weber, ну не факт, что понимаешь, там можно было бы разместить цельную курицу. Потому что у людей, у которых есть Weber, они еще ни разу не жарили цельную курицу. И когда у них был гриль, они тоже ее не жарили. Да. У них был слишком большой гриль. А на маленьких гриллях можно жарить все. Ой, мой хлеб сгорел. Ой, как вкусненько. Какой запах. Ну а собрались мы сегодня здесь не просто так, а поздравить Дениса с днем рождения. С днем рождения, дорогой друг. Ура! Спасибо большое. Поцеловать тебя нельзя, жена запрещает. Да. Давай я тебя за всех поцелую. Не, ну я сижу, не знаю, мне тепло. Нет, здесь в любом случае нужны шторки теплые. Да, да. Потому что все равно отток он будет тянуть. Но опять же, и там-то будет прохладнее в той части. Это мы сидим сейчас возле печки, поэтому здесь нам получше. Ну, все равно рано или поздно прогреется машина. Ну, а если сделать раздув? Раздув, скорее всего, придется делать попозже. Скорее всего, возьму маленькую гофру. Протяну ее под сиденьем тоже и выведу в душ. От вот этой печки, которая переносная, там стандартный вот этот дефлектор, он на 4 выхода. Ну что, на улице пошел дождь, поэтому мы сидели в нашем автодоме. Ну, если можно его уже так назвать. Ну, сидели мы, в общем-то, в нашей машине вчетвером, без проблем, поместились. Ну, без шкафов, правда, без мебели, без ничего. Ну, а сейчас ребята пошли к себе.
мы у себя. Они собирались ехать в путешествие в зимнее. Мы тоже, ну, не сложилось, то есть были определенные условия. Поэтому мы недалеко от дома, в лесу, расположились и будем тестировать сейчас. Мы, допустим, нашу автономку, конденсат, если вдруг будет где-то, ну и вообще какие-то определенные условия. Ну, ребята тоже тестируют. И надеемся, что мы до 8 утра вообще доживем. Сейчас вот у нас 10 вечера. Да, потому что у нас были сложности с автономкой. Ну, об этом мы расскажем уже в других сериях про техничку. Ну, либо утром. Либо утром, если вдруг сейчас у нас все выключится, и мы здесь одубенеем просто. Потому что тест будет очень длительный, с 10 до 8. Да, и тогда мы утром вам пожалуемся. Да. Ну, а сейчас мы укладываемся спать. Да, спокойной ночи. Спокойной ночи. Ну что, всем доброе утро. Первая ночь у нас прошла. На улице у нас сегодня было весело. У нас дул безумный ветер. Поливал сильный дождь. Снег, который у нас лежит на крыше, он просто растаял практически весь. Ну, я так предполагаю, потому что постоянно машина немножко под небольшим наклоном стоит. И снег у нас сходил через лобовое стекло. При этом к утру у нас мороз минус 9. Все обледенело, все во льду. Ну, в общем, холодно. При этом внутри у нас тепло. Можно сказать, сухо. Конденсат у нас есть на болтах, к которым прикручены центральные балки. С ними что-нибудь будем делать, скорее всего, мы их закрасим какой-нибудь краской и плюс потом заклеим скотчем. Вот, и также вот повесили импровизированную штору, но она у нас не до конца. И из-за этого лобовое и боковые стекла тоже в конденсате, и там они прям вот совсем сильно-сильно конденсатом покрыты. Ну, по-хорошему нужно будет, ну и мы собираемся это делать с Кристиной, повесим здесь плотную штору до самого низа, чтобы отсечь полностью весь холод, да, и вот с той стороны. Ну и чтобы люди меньше, соответственно, осматривали в салон. Очень странно, почему у нас спереди все в конденсате, при этом боковое стекло и заднее чистое, без малейшего конденсата. Чуть-чуть присутствует запотевание и все. Либо это все-таки пленка, которая не дает появляться, да, вот влаги на окнах. Либо еще какие-то условия, ну, будем тестировать, смотреть, возможно, потом снимем еще пленку и посмотрим, будет появляться или не будет, ну, чтобы определиться. Если это дело в пленке, то это будет вообще круто, можно будет заклеить еще и лобовое стекло к чертовой матери, и вообще не будет конденсата нигде. Круто я придумал. Нет, ужасно. Ну, а мы будем одеваться, пора все-таки завтракать, а Люда с Денисом еще спят и спят. Пора все-таки их уже разбудить, чтобы они готовили завтрак. Доброе утро. Пора завтракать. Да, хочется очень сильно кушать. Проснулись? Вы собираетесь выходить? Мы ждем вас. А мы вас ждем. Чего, зашли? Да-да-да-да, горный пейзаж. Смотри, с лёдиком. Кури со слёдиком, прикольно было вообще. А помидоры? Тебе не понравились? Обалденно. Колбасу попробуй, тоже следует. Торт, по-моему, тоже со льдом. Нет, торт еще нет, он был под крышкой. Все, сейчас завтракаем и валим отсюда. Будем продолжать уже дома. Да. Отмечать новогодние праздники. Да, переночевали, все работает с некоторыми нюансами. Некоторые агрегаты слишком хорошо работают. То есть надо себя прорекламировать, да? Это печка, печка нет. Блин, все-таки это жадность одна. На 5 кВт? Ну, а сейчас будет самое интересное. Нет, не будет. Интересного не будет, мы без проблем сейчас поднимемся. Они нет, они не поднимутся вообще. Будем все толкать, пихать, сыпать соль. Да я думаю, поднимемся без проблем. Солнышко красиво. Блин, даже не хочется уезжать теперь, ты знаешь, вот
Ладно. А сейчас будет самое интересное. Сейчас у нас будет небольшой подъем на горку, так как ночью шел дождь. Сейчас у нас минус 5. Температура немножко варьируется, то холоднее, то теплее. И там просто чистейший лед на дороге. И у нас новая зимняя резина. Я надеюсь, мы поднимемся. Надеюсь, повторяюсь. У них не новая зимняя резина. И вот, возможно, что-то произойдет. А красиво-то как? Все, приехали? Да. А вы переживали, налегке, да? Вообще легко. Ну, ходу. Тронуться.